листок. Дим. Привет. Привет. На канале ПЦС Лив. Сегодня у меня пришли гости. И новые гости пришли. Кто к тебе в гости пришел? Балерина. Балерина, новая кукла Барби. Да. Балерина. Вот они, вот мои первые гости пришли и разбросали такой порядок. Беспорядок сделали? Да. Мы пока познакомимся с балериной, а ты наведи порядок. И помой. И помой все. Пока у нас красивая новая балерина. Здорово. Очень красиво. У тебя очень много кукол Барби, но вот балерины у нас еще не было. Так интересные у нее ручки, такие пуанты красивые, и юбочка. И просто руки. Супер. Да, здорово. Я танцую, я танцую. И кус-кус. Вообще... И шпагат. И шпагат делает? Я умею вот такой. Да, ты умеешь такой, но балерина делает такой. Да, все куклы умеют такие делать. Да, этот шпагат немножко сложнее, но мы тоже скоро научимся. Да. Вообще-то балеринам тортики нельзя, и нужно следить за фигурой. Ну, она к тебе в гости пришла, я думаю, сегодня маленький кусочек она съест. Да. Подождем, подождем, когда же Лифочка засервирует стол. О, какая красота. Чашечки, там чай? Да. Будем чай пить? Чай, 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 я люблю чай. Надо чуть-чуть подвинуть ложечку. Да, ложечки. Вот. И чашечки. Вот. Вот. Все поместилось. Еще от БСС. Несу. И несла. Садимся, садимся. Тебе светлый, не такой. Какой? Светлый, пожалуйста. Да. Какую тарелочку забыл? Какую? Фиолетовую. Хорошо. Спасибо. А тебе какую? Мне темно-розовый, пожалуйста. А какую тарелочку? А вот салатовую. Отлично. А я возьму это. Как у балерины. Одинаково. Да. А чашечка у меня будет доска такая, как у балерины. Как у балерины чашечка. Да. Одинаковая. Да. Ну, а печенье и ингредиент. И тортик. Да. Розы. На стол. Балерина, давай свою тарелочку. И моя тарелочка. Если. И Лив тарелочка. А пока мы нальем чай, пока я режу тортик. Балерина, без сахара, пей, не волнуйся. Нет, или будет чай? Да, с сахаром. С сахаром, хорошо. Балерина торт, пожалуйста, балерина. Ложечку. Приятного аппетита. А печенье вам налью больше. Больше. И мне тоже ложечку. Балерине чуть-чуть сахара дошек. Попробуем. На тебе. Очень вкусно. Или ты сама пекла тортик? Да. Какая вкуснота. А что это синее? А синее? Черничком? Да, крем. Черничный крем очень вкусный. Просто объедение. Какая ты хозяйка? Я возьму ложку. А балерина что не ест? Стесняется? У меня строгая диета. Чуть-чуть. Смотри, начала есть. Сейчас не остановится уже просто. Смотри, сейчас весь торт съест, а добавка есть. Балерина, остановись, ты не сможешь танцевать. Все. Все съела. Посмотри, как у нее уже полный живот. Посмотрите. Объелась. У меня синяя аудио закончилась. Синяя закончилась? Да. Ты съела черничную... Крем. Я съела черничный крем теперь. И остался тебя. Тортик. А почему она крем не съела? Боится поправиться, наверное. Балерина, ты нам станцуешь? Конечно, пожалуйста. Можно спрыгнуть и сделать шпагат.
Еще раз? Да. А еще нож прыгает и крутится, и опять на пол. Подпрыгнула, перекрутилась в воздухе, шпагат, и опять на пол. Подпрыгнула, перекрутилась в воздухе, шпагат в воздухе, и снова на пол. Не отвлекся, нормально танцует, да? Да. Как тебе твои гости? Да, нравится. Соседа Марина, чуть не так надо наверх. Я шпагат и на пол это, да, а потом другое наверх, очень высоко, круг надо сделать, покрутиться и на пол. Браво, вот. Браво. Спасибо, Элис, спасибо, балерина. Надо. А что она чай не пьет? Чай? Балерина, Элис, очень интересно, почему ты не пьешь чай? Спасибо, спасибо. Лиз, спасибо, нам очень понравилось у тебя в гостях. Нам пора уходить. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и смотрите новое видео. Пока-пока. Спасибо, Лиз, ты очень гостеприимная хозяйка. Пока-пока-пока. А нам пока еще мне гости писали. Еще гости. Пока-пока. Пока.